Алло, Михаил, здравствуйте, да. Еще раз, Максим, Санкт-Петербург. У меня второй вопрос. Да. В плане грузоперевозок, вот период кризиса падения и шестого технологического уклада, о котором вы говорите, вот какие перспективы грузоперевозок, в какую область они будут вообще востребованы? Ну, я вообще не могу ничего сказать по поводу шестого технологического уклада, потому что у меня такое глубокое убеждение, что нас ждет скорее не переход в шестой уклад, а возврат в четвертый с некоторыми нюансами, и связано это с объективными обстоятельствами, падением спроса. Вот очень сложно. Да? Для того, чтобы описать, как будут выглядеть технологии, нужно понимать, какова у них реальная, какова их реальная себестоимость. Для этого нужны модели, но при этом модели, которые адекватны ситуации. К сожалению, вот макроэкономические модели, которые используют МВФ, они не совсем адекватные, чтобы не сказать, совсем неадекватные. Я, значит, уже много лет пытаюсь заниматься разработкой альтернативных моделей, но проблема состоит в том, что поскольку эта работа институтами государственными не поддерживается, то мне очень сложно ее развивать.